Здравствуйте, друзья! Сегодня мы расскажем о налогах, которые предприниматели платят во Вьетнаме. Итак, наиболее три популярных вопроса, которые задает каждый начинающий бизнесмен, это НДС, прибыль и подоходный налог. Давайте остановимся на них чуть подробнее. НДС во Вьетнаме составляет от 0 до 10%, но общая система налогообложения подразумевает 10% НДС. Для того, чтобы его возмещать, вам нужны вот такие красные чеки. Это документ строгой отчетности, который вам выдают ваши контрагенты. И на основании его вы можете вычесть вашу расходную часть. Налог на прибыль предприятий во Вьетнаме составляет 20% от чистого дохода. Чистый доход, сами понимаете, с помощью тех самых красных чеков можно уменьшить достаточно сильно. И, конечно же, те люди, которые нанимают работников, у них возникает вопрос о подоходном налоге. Во Вьетнаме прогрессивная ставка подоходного налога, которая варьируется от 0 до 35%. Правительство Вьетнама считает, что человек, получающий 7 миллионов донгов, на русские рубли около 21 тысячи рублей, не должен платить подоходный налог, потому что это хватает только на жилье и еду. На следующей неделе мы расскажем, куда инвестируют русские во Вьетнаме. Смотрите нас! С вами была Варвара. Обсуждаем в комментариях вопросы по налогам.